Хохлачев прошел по флангу, покатил мне. Я принял и в дальний пробил. Всей команде спасибо. Все старались, все молодцы. Была тактика такая, чтобы мы сначала от обороны встречали. Потом во втором тайме поменяли тактику, начали прессинговать. У соперника ничего не стало получаться. Ну, из-за перелета еще нам тяжело было, конечно. Может, поэтому первый тайм так отдали, сыграли. Ну, считаю, все правильно сделали. Просто чуть не повезло. Нелепый гол опять пропустили. Там рикошет 15 и залетел. Ничего страшного, сейчас будем выигрывать. Полностью, я считаю, вся команда выполнила установку. Не считая пропущенного гола, вот так должны были выигрывать. Ну, неплохая команда, как бы они ставят хорошие задачи, но я считаю, мы должны были выигрывать.